Друзья мои, у меня для вас прекрасная новость. Не успел закончиться еще недавний челлендж, который проводился для учеников университета Кайна, как уже стартует новый. И на этот раз этот челлендж будет проводиться абсолютно для всех. И для учеников, и для всех желающих вообще. Более того, это особенный челлендж для нас, потому что на этот раз он спонсорский. И спонсорами в этот раз выступают компания MSI, которая, я уверен, прекрасно всем знакома, и я думаю, вы уже чувствуете, как ставки начали расти. Естественно, университет Кайна. И портал Render.ru, с которым, я уверен, вы тоже все очень хорошо знакомы. Челлендж будет носить название «Эталон сидений». И как из названия понятно, моделировать нужно будет именно сиденье. Если говорить конкретнее, это может быть стул, кресло, софа. В общем, все, что обычно прикрывает ваши тылы, когда вы занимаетесь творчеством. Начнется он 24 ноября 2021 года, а закончится 26 декабря 2021 года. Я считаю, это отличная возможность выиграть себе к Новому году невероятно крутой подарок. Что же там по подаркам? Призовых мест 5 плюс 1. Сейчас поясню. Поскольку в этом челлендже участвуют не только ученики университета Кайна, но также и все желающие, вот для всех желающих 5 призовых мест. Плюс 1 исключительно для учеников университета Кайна. Что по призам? За первое место победитель получит очень крутое игровое кресло от компании MSI. За второе – планшет. За третье – внешний жесткий диск. Четвертое и пятое места – это артбук. Причем очень крутой, поверьте. Плюс одно место. Какой призовой фонд там? Там призовой фонд составляет 10 тысяч рублей. Что касается условий, что можно, что нельзя. Ну, во-первых, модель, которую вы присылаете, должна быть сделана специально для челленджа. Если вы делали ее ранее, то, к сожалению, принимать участие в соревновании она не может. Референсы. Референсами пользоваться можно и нужно. Но вот только помните, плагиат запрещен. Вдохновляться вы можете чем угодно, но модель должна быть исключительно ваша по итогу. Что касается временных, я подразумеваю под словом временные принадлежность к той или иной временной эпохе, и стилистических ограничений. Этих ограничений просто нет, тут у вас карт-бланш. Что касается поликаунта, вам нужно уложиться в 10 тысяч треугольников. Окружение. Делать можно, но не обязательно. Если вы считаете, что ваша модель от этого выиграет, сделайте, пожалуйста. Это будет только плюс. Поликаунт окружения учитываться не будет. Текстуры. По текстурам вам нужно уложиться в два сета текстур разрешением 2К. Тексель не меньше 500 пикселей на метр. Как же сдать ваш шедевр? На самом деле очень просто. Вам нужно выслать хотя бы один рендер, скриншот, где можно увидеть поликаунт и полигональную сетку вашей модели, скриншот, где можно увидеть тексель ваших текстур, ну и сами текстуры. Модель высылать не нужно. Все это дело вы грузите в облако на Яндекс.Диск и нам даете только ссылку. Оценивать мы будем как художественную, так и техническую сторону вашей работы, в том числе и презентацию. Отношу ее к художественному аспекту. Ну а подробнее обо всех условиях челленджа прочитать можно будет на нашем сайте. Ссылка на сайт будет дана под данным видео. Ну а я желаю вам всем удачи в предстоящем соревновании. У меня все. Пока.